Я никогда не знаю, что ждет меня впереди, но это мое дело, мне нравится этим заниматься. И таких, как я, очень много. А перед началом, друзья, моего видео, хочу посоветовать вам канал «На страх». Это канал, схожий с моей тематикой, с достойными видео. Парень в одиночку, как и я, посещает самые жуткие мистические места. Проводит различные эксперименты, также вызывает духов и посещает дома с полтергейстом. Если, друзья, вам интересно все это паранормальное, а я уверен, то что... Всем привет! Сейчас я нахожусь в доме, в котором обитает полтергейст. Я здесь уже был, на моем канале есть видео, можете посмотреть, ссылка будет в описании. А вот, собственно, этот сам дом. Приехал сюда, чтобы узнать, что на самом деле здесь обитает, полтергейст, либо что-то иное. ЭГФ, к сожалению, у меня сломался, но надеюсь, это ненадолго, и мне его починят. Сегодня я буду записывать на диктофон, также расставлю камеры, ну и буду, как всегда, ждать паранормального. На улице я разжег костер, потому что очень сильно холодно, и жду темноты, пока потемнеет. Комнате. GoPro здесь две по двум сторонам, ну и буду записывать все на диктофон. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Дай мне знак. Кто-нибудь есть из мира духов? Thank you.
Смотрите, будто бы чьё-то лицо. Ответь мне, кто ты? Ответь мне, кто ты?
Не знаю, друзья, ответил он мне или нет. Сейчас я не могу это прослушать. Все будет на монтаже. Как будто звук идет отсюда. Скажи, кто ты и для чего ты здесь? Сарай идет. Фигу. Стул. В костре.
Я днем заходил в этот сарай. Тут, походу, раньше сено было. Какой зверь был здесь? Так, друзья, кстати, я взял с собой святую воду. Мне подсказали, что полтергейст не боится святой воды, а если это не полтергейст, что-то иное, ну, допустим, даже демон, то он может проявить себя как-то, я не знаю. В общем, сейчас посмотрим. А, да, кстати, и также я взял землю с могилы, поэтому я посыплю землей возле банки и поставлю там святую воду. Вот эта могильная земля его приманит, если это демон либо какая-то иная сущность, и там будет стоять святая вода. Посмотрим на эту реакцию, но мне посоветовали так. Посмотрим, что будет. Так, преподношу ему святую воду. Землю я уже посыпал.
как говорят, что он должен ее пролить, вроде как. Не знаю. Либо вода в ней должна исчезнуть. Друзья его разозлил. Только не это, а? Он разрядился. Сейчас батарейки, друзья, поменяю. Так, все, друзья, я заменю батарейки. Так, идем на фонарь. Блин. Походу я его реально разозлил. Ну почему-то камера отключилась. Что за нафиг?
Да, друзья, походу здесь не полтергейст. Здесь что-то пострашнее. Да, друзья, походу здесь не полтергейст. Здесь что-то пострашнее. Ой, ё-моё. Сюда нужно ЭКФ, либо посмотреть, что на записи, на диктофоне. В общем, друзья, я убедился, что здесь не полтергейст. Это я и хотел узнать, убедиться конкретно, что здесь обитает не полтергейст, а что-то иное. Я в этом убедился. Что интересно будет на диктофоне, я не знаю. Но сюда нужно приезжать с ЭГФ и выяснить, на самом деле, кто это. Может быть, это не демон, может быть, какая-то иная сущность, может быть, чей-то дух. Может быть, дух этого дома. То есть, хозяева. То есть, хозяина этого дома. Возможно, это его дух. Как бы неупокоенная душа. В общем, все, друзья. Сейчас я собираю вещи и ухожу. Идти мне очень далеко, по лесу. Поэтому пока еще свет не разряжен.